Саня, пойдем. Да нет, там классная выставка мотоциклов. Да ты что? Ну что, погнали смотреть мотоциклы? Погнали. А ты подписался на канал Луналик? Подпишись прямо сейчас и напиши свой комментарий. Мы почти пришли на выставку. Специально для канала Он Алекс. Ребята, смотрите, это Harley Davidson 38 года. Самый известный в мире производитель мотоциклов. Компания, ставшая легендарной. Staying out till it's early in the morning. Been around with my sisters. Gotta move to the beat, beat, beat. Gotta move to the beat, beat, beat. Looking damn fine, pretty as a day. Wanna find your mister. Shake it all on the street, street, street. Gotta move to the... Это Street Glide Harley Davidson. Проект кастом мастерской Crash Custom. Донором для данного проекта стал Harley Davidson Street Glide 2012 года выпуска. Ребята, я нашел машину времени. Вон тот вот синий мотоцикл. Мотоцикл посвящения группы «Машина времени». Философская идея этого мотоцикла звучит так, как музыка – это способ передвижения во времени, а музыкальный инструмент – то, что заставляет эту машину двигаться. А это очень крутой мотоцикл Harley Davidson SVO Bagger. Слинер. Круто! Вот он красавец! Победитель выставок IMES 2015 Harley Days. Проект мотоциклиста, музыканта и романтика Сергея Петровой. А этот мотоцикл просто шедевр. Harley Davidson Fleetstone Softail Deluxe 2013 года, чикана. А это точно мотоцикл? Вот этот вот мотоцикл, скорее всего, он не мотоцикл, а веломотоцикл. Да, давай посмотрим. Что это? Анкер. Это какой-то веломопед Анкер. Ну да. О, смотри-ка, а здесь на табличках написан год его, по всей видимости, выпуска. Анкер 1939. Специально для канала Он Алекс. Вот такая здесь вот раз, классная.